Всем доброго времени суток. Сегодняшнюю тему выпуска я назвал «Залетчиками». Позвольте пояснить, что я имею в виду. Сегодня я вам покажу три игрушки с известными нами персонажами, которые залетели не в свою игру или не в свою стихию, скажем так. Начнем давайте с явного такого примера. Игры Super Final Fight Gold. Это мод для опенбора по Final Fight. Думаю, на данном этапе уже вам не надо разъяснять, что такое опенбор и что такое Final Fight. Модов на его тематику там было вообще полно. Все-таки один из самых ярчайших представителей жанра, ничего удивительного. Но данный мод, на мой взгляд, самый лучший. Ключевая его особенность в объединении Final Fight и Street Fighter. Такое, безусловно, уже было и очень даже официально в самой серии Street Fighter. Только то был файтинг с персонажами из Final Fight. А вот обратного эффекта пришлось, как видите, ждать только от фанатов. Да, можно, конечно, вспомнить наличие Кэмми в Final Fight Streetwise, но давайте про эту игру мы забудем. Итак, перед нами битэмап с персонажами, собственно, Final Fight и Street Fighter. За основу взяли первый Final Fight, немного припорошили его элементы из второй и третьей части и добавили туда, скажем так, щепоточку Street Fighter. Выражено это во многом и в элементах геймплея, и даже банально во врагах. Например, сюжет начинается ровно так же, как оригинальный Final Fight. Джессику, дочурку Хаггера, похищают, но в конце кажется, что за всем стоит внезапно Бипсон. Порадовало также и внешнее оформление. Все спрайты, например, взяты из SNES-версий обоих, скажем так, вселенных, чтобы они все были отрисованы в одном стиле и не разнились друг от друга по качеству. Музыка ремиксована и довольно неплохо. Геймплей также претерпел улучшения. За основу, как я уже заметил, был взят оригинальный Final Fight. Есть удар, есть прыжок, есть круговой спешл. Врагов можно лупить, хватать и бросать. Но из Street Fighter сюда перекочевали также еще и спешлы. У каждого персонажа есть по 3-4 спешла, которые выполняются привычными нам движениями пада с кнопками действия. Под шкалой здоровья вы можете заметить синюю шкалу энергии. Она как раз за спешлы и отвечает. Чтобы вы, скажем так, не борзели и не прошли всю игру одним хадукином. Более того, если энергии достаточно, можно даже сделать полноценный супер. Опять же, он есть у каждого персонажа. Из Street Fighter также сюда пришли канцелы. Обычные атаки можно отменять спешлами и даже суперами. И есть джаглы. Правда, вот здесь как раз-таки кроется подвох. Джаглить-то потому, что могут и вами. И в игре есть довольно противный баг. Если два врага одновременно нанесут вам удар, это может плохо закончиться. Насколько я понял, в этом случае вам засчитывается как бы один удар от первого врага, но в следующий кадр уже приходит следующий удар. А так как анимация и, соответственно, хитбокс первого удара за один кадр-то никуда не исчезнет, вам таким образом засчитываются множественные удары с разных сторон. В теории это, наверное, будет работать и в мультиплеере, и в сторону врагов. Кстати, здесь мультиплеер-то на троих. Но все равно, вот этот момент как-то авторы не просчитали. Надо было на джаглы все-таки какое-то ограничение поставить, типа не больше 3 или 5, может быть, ударов, что-нибудь в этом роде. А еще тут есть левелапы. Ну, по типу ваши очки — это ваш опыт. Чем больше наберете, тем больше ваш уровень. Это влияет преимущественно на количество вашего здоровья и энергии. Но все равно вещь довольно занятная. В первую очередь это помогает тем, что в момент левел-апа вам восстанавливают и здоровье, и энергию. В остальном, это отличный мод. Тут даже есть парочка развилок на уровнях, что повышает реиграбельность. После прохождения открывают режим Boss Rush и пробежку по бонусам, коих здесь тоже полно. Если кратко, то этот мод можно назвать Streets of Rage Remake только по Final Fight. Мод очень хороший, рекомендую опробовать. Вот что я не рекомендую, это постоянные переделки этого мода. Один из самых популярных — это Final Fight LNS, насколько я понял. Ну, это просто тупо хак с добавлением персонажей, которые, ну, вообще не имеют никакого отношения к серии. Например, из King of Fighters.
это один из тех случаев, когда больше не означает лучше. Персонажи Street Fighter вполне логично вписываются в рамках лора, а вот остальные — это уж перебор, так что, как по мне, то, что там уже сотворили, это лишнее. Не отходя далеко от тематики файтингов, хотел бы вам напомнить про игрушку Dash the Lay-Lay. Я ее вскользь упоминал в обзоре на вторых Darkstalker. Если коротко, это клон старой аркадной игры 85 года под названием Metro Cross, которая представляет из себя раннер. Только в этот раннер внезапно залетели персонажи из файтингов. Вам дается малый промежуток времени, за который надо добежать из пункта А в пункт Б. В этом вам будут мешать враги и препятствия. Собственно, играете вы тут Лей-Лей, она же Шенко, а мешать вам будут снующие туда-сюда фобосы, спящие Фелиции и вырастающие из земли руки Анакариса. Помогать вам будут способности самой Лей-Лей, которые можно взять перед заходом на уровень. И все способности, соответственно, взяты из оригинальной игры. Гонг, например, даст ей ускорение. Видимо, она себе поджопник дает. Боты — способность чутка пробежаться по воздуху, а кинжал прорубит врагов по прямой. В игре 5 уровней, каждый поделен на 3 стадии, плюс бонусная стадия. Игра коротенькая, проходится минут за 20-30, если, конечно, можете пройти ее с первого раза. Но она весьма разнообразна. В одной стадии вам придется уворачиваться от кучи мин или замедляющей травы, в другой, наоборот, везде будут ускорялки и трамплины, а в одном вам очень, так знаете, сильно урежут таймер и придется прыгать на кукол, замедляющих время. Помимо основного режима, есть еще режим, где можно попробовать любой из пройденных уровней, чтобы побить рекорд по времени. Ну или есть вот режим на набивание очков. Вам дается 3 минуты и бесконечный уровень. Вперед из песни, что называется. Тут даже есть, ну, какой-никакой, а все-таки сюжет про спасение сестры. Правда, все, конечно, на японском. Игра-то японская. Но он довольно неплохо оформлен симпатичными катсценами. Правда, больше всего в плане оформления мне здесь понравилась музыка. Настолько понравилась, что я даже отдельно из игры вытрал. Она хоть и в миди, очень короткая и композиция маловато, но она красивая. Вы ее сейчас слышите на заднем плане. К слову, игру сделала студия Easy Game Station, которая в 2000-х выпускала достаточно много игр. Она классифицируется как Dungeon Studio, или Dungeon. Я уже многократно объяснял, что это такое. В 2000-х, как я уже сказал, она много игрушек делала. И начинала с фанатских поделок. Например, она сделала Duo Princess по малоизвестной экшен-РПГ Threads of Fate, на которую недавно был обзор в банке джема. Ссылочка будет прилагаться в описании. На Западе они преимущественно прославились игрушкой Resetir, из которой я позаимствовал фразу «капитализм хоу». В общем, вещь у них получилась хорошая. Ну и напоследок покажу вам игрушку Shantae и Asha Dream Fantasy. Если, опять же, пытаться объяснять коротко, это игра про то, как Shantae внезапно залетела в мир игры Monster World 4 с Мегадрайва. И это очень, знаете ли, не слабая, крупная такая метроидвания. По крайней мере, дерево прокачки тут огромное. Играете поочередно и Shantae, и Ашей. У каждой, между прочим, свои способности. А сюжет, я так понял, является прямым продолжением Monster World 4. Управление простое, но всяких менюшек и механик тут тьма тьмущая. Сразу даже и запутаться как-то можно. Но в основе своей это вроде как добротная экшен-РПГ. Вроде как, потому что у меня игра работает кошмарно нестабильно. Я только пролог проходил, наверное, полчаса, а то и больше. Игра, знаете, очень любит внезапно зависать или просто вылетать. Фиг знает, может, я скачал какой-то нерабочий билд, а может, у игры аллергическая реакция чисто на мой комп. Черт ее знает. Засим игру рекомендовать я, к сожалению, не могу. Но если кого-то она заинтересовала, по названию нагуглить, думаю, проблем не будет. Другие две игры на сегодня будут, как обычно, выложены на моем Google диске. Ибо найти ту же Dash the Lay-Lay
Это тот еще квест. Благо я, засранец, предусмотрительный, и еще где-то с середины 2000-х она у меня на болванке записана была. Ну, а засим у меня на сегодня все. Пишите в комментарии, что думаете о сегодняшних играх, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!